Привет всем, с вами Визит МД. И в конце 2013 года мы запустили конкурс, который позволяет выиграть $35 как начинающим, так и продвинутым фотографам. С шансом на победу 1 из 5. Условие – собрать больше комментариев и лайков на свой фотоотчет. И так как я в эфир не выходил уже 3 месяца, поэтому у нас сегодня розыгрыш за декларации. Ноябрь, декабрь и январь. И сегодня мы узнаем, кто стал победителем конкурса на Визит МД $35. За ноябрь мы получили только 2 фотоотчета от конкурсантов. Это был Иван Арманжи, и он автоматически становится победителем конкурса $35 на Визит МД за ноябрь. Поздравляем Ивана! Декабрь мы получили 5 фотоотчетов, 4 из них Иван Арманжи и 1 фотоотчет Даша Шаркова. По итогам подсчетов комментариев, Даша Шаркова набрала 54 комментария на 1 фотоотчет, Иван Арманжи собрал 51 комментарий на 1 фотоотчет. По условиям конкурса у нас побеждает за декабрь Даша Шаркова. Поздравляем Дашу, а Иван Арманжи, так как прислал 4 фотоотчета и по традиции за упорство и труд, Иван Арманжи получает приз зрительской симпатии 3 столей. Ура! А теперь разбираем январь. Январь закончился недавно, мы получили 1 фотоотчет, все отдыхали на каникулах, кроме Ивана Арманжи. Иван Арманжи получает 500 лей, приз от Визит МД, $35 США. Поздравляем Ваню. Итак, мы имеем 3 месяца, 3 победителя. За ноябрь и за январь Иван Арманжи получает 2 приза, а за декабрь получает Даша Шаркова. Поздравляем победителей, а конкурс продолжается, и мы ждем ваших фотоотчетов, присылайте все больше и больше. Каждый 5-й получает приз, 1 фотоотчет из 5. Конкурс работает не только в Молдове, он работает везде, где вы нас смотрите. Мы желаем вам присылать побольше фотоотчетов, зарабатывать больше денег и успеха в новом году. Поддерживайте ваших фотографов, присылайте комментарии, чтобы именно тот фотограф, который вас фотографирует, получил приз на Визит МД. С вами был Визит МД, пока! Как начинающим, так и продвинутым пользователям, как начинающим, так и продвинутым фотографам, еще раз так шу. Как начинающим, так и продвинутым фотографам. Вот, подожди, еще раз, вот это. Это? И вот это. Да. Где? Конкурс. Поздравляем Ивана! Есть. Поэтому... Ура! Пока! Пам-пам-пам! Роги. На снегу. Да, где угодно. Замерзла рука, да? Пока! Визит МД.